Дорогие друзья, всем привет! Многие знают, что пенопласт растворяется в ацетоне или в любом другом растворителе. И в этом видео я хочу проверить, сколько можно расплавить пенопласта в одном стакане растворителя. Самый главный совет. Этот эксперимент нужно проводить на улице, потому что растворитель имеет очень резкий и неприятный запах. И вредно его использовать в замкнутых пространствах. И не забываем про технику безопасности. Одеваем резиновые перчатки. И сейчас мы узнаем, сколько пенопласта исчезнет в стакане растворителя. Нам понадобится растворитель и мешок пенопласта. Приготовим пенопласт. Мы нарезаем его на небольшие блоки, чтобы удобнее было растворять. Эти блоки в сумме около 2 метров в длину. Итак, наливаем один стакан растворителя и приступаем. Пенопласт состоит из твердого органического полимера и пузырьков газа. Этот полимер называется полистирол. Растворитель или ацетон разъедает полистирол, а содержащийся в пенопласте газ высвобождается наружу. Очень похоже, что растворитель закипает. Пенопласт быстро растворяется, а жидкость начинает густеть. Раньше таким способом делали самодельный клей. Сначала пенопласт растворяется очень быстро, но со временем растворение замедляется. А теперь результат эксперимента. Весь пенопласт, который мы приготовили, растворился. Хотя последние кусочки растворялись очень-очень медленно. Там я с вами прощаюсь, увидимся в следующих видео.